Двум задержанным участникам перестрелки в Днепре избрали меру пресечения. Обоих взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Кстати, Александр Лакиза и Станислав Ельчищев уже имели судимости. В 2016 году за нанесение тяжких телесных получили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Во время суда задержанные уверяли, что были участниками АТО, но предоставить удостоверение не смогли. Свою вину не признают. Напомню, в понедельник вечером в центре города произошла перестрелка. 2 человека погибли, 5 получили ранения. Встановлено саме 2. А осіб, яким повідомлено про підозру, як пункт 1, це означає загибель 2 і більше осіб. І саме учинення даного злочину підозрюють цих 2 осіб.